рабочие иногда перемещаются. Там бы желательно светофор поставить для людей, как вот стоит возле автовокзала. Потому что люди, не знающие правил дорожного движения, иногда, когда поворот на мост идет, отсюда выскакивают, то они в это время переходят некоторые. Там очень скоро может быть такое что состояние, что людей позбивают. И крайних не найдем тогда никого. Я вас услышал, давайте так.